Всем привет! Приехала наконец-таки долгожданная посылка очередная. Здесь у нас 212 килограмм, 21 место и объем 1,5 куба. То есть я даже и свою машину не стал заводить, чтобы ехать, потому что понимаю, что не уместится просто. Договаривался уже с братом на автобусе. Поехали, забрали сегодня. Вот это та посылка, которую я говорил после, ну, которая была последняя перед новогодними китайскими праздниками. Вот, здесь очень много инструмента, очень много интересных товаров. Я также купил себе кресло новое, компьютерное. То, которое предыдущее, уже как бы свой век отжило, так скажем. 2 года оно, мне кажется, побыло, но все облезло. Потом там еще сломалась механизм. Вот. И я уже купил другое, без всяких там кожаных вставок, без ничего. Обычный цельный металлический каркас. Вообще классное кресло. Вот. И только тканевая там, ну, накидка. Ну, буду разбирать, покажу. Это уже, наверное, в самом конце, потому что коробка самая большая из всех. Я ее поставил в самый туда конец комнаты. Вот. И здесь также будет много интересных товаров Works, которые еще никто не заказывал. И мне самому интересно посмотреть, что там, как они из себя выглядят. Там такая пила цепная будет, еще что-то интересное. Ну, короче, много того, чего еще не заказывали до сих пор. Также здесь будет телефон. Покупал жене телефон новый. И будет еще украшение золотое. Настоящее китайское золото 999 пробы. И вот теперь по порядку начинаем вскрывать и смотреть, где чего у нас приехало. Так, это у нас сантехника. Один клиент заказывал много сантехники, ну, ремонт делает, и именно сантехнику такой вот под свой стиль, наверное. Все такое хромированное. Это, как он называется правильно? Душевая стойка. И на нее одевается вот этот вот, как он называется? Тропический душ, вот. Это вот его площадка. Еще там, кстати, должна быть еще одна, кажется, две было заказано. Тут всякие комплектующие к ней. Это ручки. Он, видимо, уже давно искал, сам находил, прислал уже готовый как бы документ. Вот эта ручка, чтобы переключать, одевается на сами эти смеситель. Вот, и он как-то написал, говорит, хочу заказать. Прислал уже как бы подготовленный документ, сам все нашел. Видимо, занимался когда-то, либо знает, как искать, как находить, и прекрасно понимает, что все, что продается в магазинах, все сделано в Китае. Так, это кардан. Не знаю, что еще положили. И вот, соответственно, вот его заказ приехал. Это вот такой смеситель. Корпус как бы от смесителя, как я понял, насколько. Здесь трехходовой, кажется, он. Вот они, кнопочки переключаются. Вот такой вот смеситель. Кстати, все это есть на сайте, кому интересно. Потому что все товары, которые мне просят добавить, я добавляю. И они остаются на сайте. Это такой вот смеситель классный. К нему еще, наверное, вот эта площадка. Ну, все хром, все металл. Все четко сделано. Вот такая площадка. Похоже, вот так она будет одеваться. На фото, кому интересно, зайдите, посмотрите. На сайте есть, и там как бы подробные фотографии, как все это выглядит. Сам он из Белоруссии. И решил, наверное, сам будет приезжать за этим. Потому что доставка в Белоруссию, хоть она от меня недалеко, порядка 200 километров, но доставка
Он даже почтой очень дорого получается. Почему, не знаю. Естественно, сказал, что, наверное, выгодней и дешевле приехать самому забрать. Тут до Гомеля от меня буквально 260 километров. Так, это керн автоматический. Автокерн, не буду его раскрывать. И так видно, что это он. Саморезы. Так, это набор ключей. И ящик к нему. Тоже неоднократно заказывали. Все знают этот ключи. Два ключа таких универсальных. Так, и что-то еще, наверное, из сантехники, да. Это от смесителя. Вот она, самолейка. Все такое четко. Ну, потому что, видите, конденсат только вот с холода. На улице сегодня, наверное, больше минус 15. Где-то так. Естественно, будет конденсат. Ну, здесь, что тут у нас, сама вот это для той душевой лейки, которую я показывал. Ну, тут много аксессуаров, я не буду их все доставать, чтобы потом по новой все не упаковывать. Единственное, что доступно, такой вот, да, переходник, под смеситель, не под смеситель, наверное, под этот. Держатель. Вот он, держатель, да? Сюда шланг, сюда шланг. В Китае очень классная сантехника. Вообще шикарно. Здесь такой даже и нету. Я сам все буду покупать, но сейчас пока смысла ее и покупать нету. Потому что какую-то часть у меня уже куплена. В том плане, я радиаторы покупал себе. Кто предыдущее видео смотрел, я показывал. Радиаторы медные. И они выходили дешевле, чем у нас тут алюминиевые стоят. Так, что-то из обуви, наверное. Ну да. Их уже много заказывали, такие вот спортивки. Они стоят недорого. Очень качественные, классные. Еще одни. Вот они полностью дышащие. Уже как-то делал обзор похожий на них. Подошва вся дышащая. Вот она. И здесь вот отверстия. Они также проходят через подошву вот сюда. И сюда. То есть полностью дышащая везде. Со всех сторон. С подошвы, сверху, с боков, везде. Для лета самое то. Так. Это нам прислали. Я дополнительные аккумуляторы покупал. Еще. Потому что разобрали. Вот они, аккумуляторы. Works. Новый 4-амперный. Еще я у них заметил, есть, появились такие классные сумочки под аккумулятор. Я решил себе два штуки купить. Вот этих две сумочки. Не знаю, как она крепится. Но по факту как-то сейчас посмотрим, как она вставляется туда. Наверное, вот так, наверное, как-то. Вот, примерно как-то так, да, видимо. А здесь она цепляется к поясу или как? Скорее всего, к поясу, может быть, за эти кронштейны, ушки. Кому интересно, в принципе, она стоит порядка 150 или чуть больше рублей. Вот эта вот сумочка. Если вдруг кому интересно, я это купил себе посмотреть. И заодно, потому что у меня аккумуляторов 3 штуки. Чтобы они не болтались в сумке просто так, а лежали именно в этих, в отдельном каждый свое.
Так, что-то из Works у нас засунули вверх ногами. Так, это пила 429. Также ее часто заказывали. Уже неоднократно показывал ее. Есть 427, есть 429. Разница в том, что 427 есть лазер, и она на 700 ватт. Это же на 400 ватт. А глубина реза у них одинаковая. Вот она. Ну, стандартная комплектация. Пила, диски, инструкция. Ну, насадка на пылесос и штанга для размера вставлять. Так, и какой-то огромный чемодан. Вот, я так еще и не видел даже. Даже не знаю, что это. Смотрите, какой крутой чемодан. Вообще шикарный. Зачетный. Видимо, он собирается как модульный еще, допустим. Как вот у Боша есть. Что, несколько чемоданов, они между собой собираются. Это просто пустой чемодан. Или кто в подарок прислали. Я не помню, что кто-то его заказывал. Офигеть. Или подгон мне такой. А самое интересное, смотрите. Здесь резинка уплотнительная. То есть он водонепроницаемый. Вот самая фишка. Я такого не видел нигде вообще. Чтобы чемодан был водонепроницаемый. Вот она, резинка уплотнительная, зеленая. То есть он закрывается, если там где-то попал под дождь или еще чего. Но если это подгон, то я вообще в шоке. Я просто в шоке от такого подгона. Хотя не знаю, может быть, кто-то и заказывал. Буду смотреть, уже как бы времени прошло. Но, честно, не помню. Там был ящик, я добавлял на сайт, но он оранжевый, этот зеленый. Поэтому точно сказать не могу. Так. Это очередной кронштейн для дрели. Есть для дрели, есть для болгарки. Тоже много его заказывали раз. 427, про которую рассказывал. Вот как она выглядит. 710 ватт в ней. Глубина реза 46 мм. Здесь еще есть лазер. Также она под 45 градусов режет. Ну вот ее тоже стандартная комплектация. Диски, переходники. Все как надо. Так. Это степлер. Я себе такой покупал уже давно. Делал про него обзор. Степлер шикарный вообще. Мне очень понравился. Дополнительный поршень. Вот комплектация его. И вот размер его. Смотрите, какой он компактный, маленький. И долбит он 16 скобы. Долбит вообще просто на ура. Но я еще показывал, регулировал то, что сила удара у него очень хорошая. И когда я подшивал потолок, вот этот пароизоляцией, прорубала это самое скобой. Прорубала пароизоляцию. Я буквально на пару миллиметров сделал, ну, здесь такую площадку ставил, видео можете посмотреть, кому интересно, чтоб не прикасалась до конца, упор не упиралась. Буквально 2 миллиметра достаточно, чтобы нормально все работало. Полностью забивает и без проблем. Здесь еще ширина скобы своя.
там 11 чем-то миллиметров. Я специально тут подбирал, чтобы пошире была. Ну, соответственно, вот они набор скоб. Тут много разных заказал клиент. Здесь по 500 штук их. Так, 80 на 12, 80 на 80. Много разных. 80 на 0,6. Здесь 5000 вообще. А, здесь по 5000. Не 500, а 5000. В каждой коробке 5000 штук. Соответственно, вот 16, 80 на 16, 5000 штук. Ну и дополнительно в подарок кинули его пистолет под воздух. Такой тоже маленький, компактный. Мелочь, но приятно. Я почему брал именно этот? Я много искал, когда себе пистолет выбирал. То, что у этого продавца в магазине большой выбор, во-первых. И сразу все можно купить. И пистолет, и скобы. И к тому же у него есть еще друг, если что случится, запчасти. Потому что если покупать какой-то товар, а потом что-то случится, искать запчасти, это тоже не очень-то приятно, согласитесь. Поэтому я брал так, чтобы все было как бы в одном месте. Ну, это тоже сантехника. Очередной, наверное, смеситель. Вот она, ручка хромированная. Ну, вот он сам кран. И к нему тут все это. Набалдажник. Ну, кран тут получается 15 резьбы. И 3 выхода. Ну, горячая, холодная и на смеситель, понятно, да? И все эти краны, если заметили, они встраиваемые. То есть на виду будет только сама ручка. А сами вот эти вот части, они будут скрыты в стене. Чтобы вы понимали. А то, может быть, кто-то думает, что за краны такие. И, естественно, вот такая вот декоративная под смеситель. То есть на виду будет только сама голова. И все. А то наверняка кто-то будет думать, что это за краны такие интересные. И, как всегда, скажут, очередное китайское говно. Как правило, люди так говорят о том, чего они не знают и никогда не видели. Так. Это шланг от пылесоса. То есть заказывал клиент пылесос, и пришел шланг, весь был треснутый, рваный, то есть был весь поврежденный. Пришлось ждать, пока он приедет. И еще одна часть была сломана. Вот она здесь лежит. Это вопрос еще к тому дополнительно, что когда есть продавец, и который своего производства, и а не тот, который перекупщик, у него есть всегда запчасти. Вот она, запчасть. Здесь была треснута какая-то часть, или вот здесь посадочная. И был этот самый шланг весь покоцанный. Вот ждали, пока еще приедет все это запчасти. Так, ну это очередной смеситель. Тут много чего будет. Из сантехники, как я говорил. О, какой классный. Он еще с этой. Мойка, ну как она, лейка выдвигается на шланге. Ну знаете, наверное, да, кто видел, есть такие. Чтобы взять шланг этот, вытащить и где-то что-то помыть, там посуду. Ну, а само подсоединение стандартное, вот оно. И шланги, вот они все. Это набор ножей. Уже их тоже много раз заказывали. Я уже вижу по коробке. Набор керамических ножей. Здесь 3 ножа. Подставка, ножницы, доска.
Вот такой вот у меня самого такой комплект. Очень классно режет. И керамика, она всегда хорошие ножи. Единственное, что у них единственный минус, они боятся падений, либо каких-то там костей, где-то что-то резать ими нельзя. То есть лезвие, оно хрупкое, оно острое, крепкое, но хрупкое. То есть может легко треснуть, сломиться кусочек. Поэтому исключительно для мяса, для фруктов, все порезать, кроме там жестких таких там костей, либо там раковину уронили, может отвалиться кусок. Паяльник. Такой же я делал обзор, у меня такой же совершенно маленький паяльник. Ой, не паяльник, а фен. Здесь очень точная регулировка, поградусно идет электронное управление до, не помню, то ли 480 градусов максимум, то ли 600, тут точно не помню. Но я оставлю, я делаю термоусадку им, 200-250 градусов больше не поднимаю. Соответственно, бумаги там, накладные. Так, что-то еще из обуви, спортивки, кажется, три пары был заказано одним клиентом. Вот они. Тут уже четыре я показал, внутри, кажется, один, а другое, наверное, другой клиент. Это, как он называется, опрессовщик. Не буду доставать. Опрессовщик, чтобы опрессовывать систему отопления, водоснабжения, все что угодно можно опрессовывать. Когда смонтировали, конструкцию какую-то. И нужно проверить и сдать объект. Я также про него делал обзор. Также свою систему опрессовывал. Этот на 40 килограмм. Мне на 25 я покупал. Потому что в моей системе максимум я поднимал до 5 килограмм, чтобы опрессовать больше не надо. Соответственно, мне и 25 хватило очень легко. Так, это что-то из Works, наверное, пила какая-нибудь. Либо реноватор. Это сабельная пила, оказывается. Тоже такой коробки маленькой. Но ее мало заказывали раз. Сейчас, наверное, второй раз ее заказывают. Вот такая она. Сабельная пила. Аккумулятор. Все работает. Маленькая, компактная. Здесь 200 оборотов. 20 вольт. Посадочная стандартная для другого инструмента Works. И, соответственно, посадочная очень удобно. Вот откидывается, поставили лезвие и можете пилить. Вот. Но у меня сейчас там дальше будет этот самый лобзик 2 в 1. И лобзик, и сабельная пила 2 в 1. Он универсальный и удобный в этом плане, то что два инструмента в одном корпусе, так скажем. А пилы вот они стандартные, посадочная стандартная. Любые покупаете, какие либо которые у вас есть уже, и работаете. Вот она. А лобзик сабельная пила 2 в 1. Там уже 3000 оборотов. И более он классный в плане, что много функций выполняет один инструмент. Так, это что-то большое из Works. Это, наверное, пила. Здесь есть и пила цепная, тоже аккумуляторная, и, кажется, триммер, газонокосилка. О, как раз пила. Эту штуку еще никто не заказывал, первый раз ее заказывают.
вот так это выглядит. Ну, аккумулятор, пила, и она так вот ездит. Видео есть на канале у меня, там специальный плейлист, где видео от производителя, называется Instrument Works. И там все вот эти вот, в принципе, инструменты есть. Либо можно просто по модели найти на YouTube. Полно будет видео от производителя. Обзоры я не знаю, есть нету. Потому что, ну, такой инструмент как бы специфический в этом плане. Не для всех, так скажем. Так, что у нас тут? Масленки. Масло даже, кажется, есть. Булькает, да, смазывает цепь. Так, что тут у нас? Аккумулятор. Вот один аккумулятор, зарядное устройство. Так. Ух ты. Первый раз ее держу в руках. Выглядит так вот, как пасть этого раптора. Вот такая вот маленькая, в принципе, она компактная. Максимально 150 миллиметров. Это глубина, длина шины написана, показана. Что-то про Германию, по цифре Германия написано. Кёльн. Так. Ну, это, походу, для масла. А, это самая кнопка. Пробочка, точнее. Что-то еще тут нарисовано. По импортному, на немецком что-то написано. А, эта ручка, вот она, нажимается. И лезвие ходит туда-сюда. Когда пилите, вот, сюда деревяшка. Нажимаете ручку, и она пошла резать ее. Отпустили потом. Сейчас попробуем. Вот аккумулятор поставил. Сейчас посмотрим, как это работает. Работает. Здесь ручка такая. Включение двойного назначения. Вот нажимается и вот нажимается. Это фиксатор. Потом нажали. Просто так не нажмешь, да? Вот. И сюда деревяшку, да? Хорошо пилить ветки. Ну, мелкие такие вещи. Чисто для сада вообще вещь такая классная. По весу, не знаю. Ну, килограмма 3, наверное, весит она. Сама вот. Без всего, я так думаю. Тут еще есть какой-то фиксатор. Вот он. Хлоп. И лезвие получается вот так фиксируется. Для чего, не знаю. Может, транспортировочный. Ну вот. Новый инструмент. Очень даже интересный. Классно. Чего только не придумают. Ну и сразу еще Works, большую вот эту вот. Тут две даже длинных чего-то, две коробки. Что тут, не знаю. Вроде как и похоже, вроде как и отличается по размеру. Так, ну тут триммер в одной коробке. Я его уже показывал как-то даже. Было уже в том году, летом его покупали. Вот он как выглядит. Также он работает от аккумулятора. Здесь
многофункциональный он, то есть по-разному можно ставить, голову наклонять. Также телескопическая штанга. Очень классно крутит. Там скорость вообще шикарная. Я еще даже включал, помню. Он как бесшумно практически работает. Двигатель. Ну, не буду доставать, потому что потом обратно все собирать. Ну вот оно само. Вон там аккумулятор лежит, здесь защита. Ну, штука классная. Также есть видео от производителя на сайте. Посмотрите. Для, конечно, кустарников или какого-нибудь там бурьяна он не подойдет в любом случае. А для газона и травы самое то. То есть, четко все будет. Коробка большая. Какой-то фигни прислали. Это пенообразователь для мини-мойки. Так, а тут что у нас? А, щетка. Кто-то заказывал щетку, мини-мойку, щетку. Вот она, щетка одевается на мини-мойку Works. И пенообразователь. Про мойку я уже рассказывал неоднократно. Есть несколько видео на моем канале. Кому интересно, посмотрите. И, естественно, вот это все было куплено, да, аксессуары дополнительно к мойке. Так, мелочевка. Тяжеленькая. А, аккумулятор. Тут их два должно быть. На 6 ампер часов Works. Вот так он выглядит, какой он здоровый кирпич. Вот, я уже как-то про него говорил, что он, ну, довольно-таки громоздкий. Я себе делал 6 ампер часов в корпусе от 4 амперного аккумулятора. А 4 амперный он наполовину меньше. Соответственно, еще момент, он почему-то не ко всем инструментам подходит, именно посадочная. Это вот к пилам относится, кажется. И пила... Мини-пила, реноватор, кажется, и болгарка. Вот к ним он, к этим инструментам, кажется, не подходит. Там чуть-чуть не хватает, чтобы защелкнулось. Почему? Я вот не знаю, почему так сделано, устроено. Так, это вот телефон приехал. Я просил все в одну коробку положить, чтобы я не потерял и не перепутал. А нет, подожди. Это рулетка. Рулетка. Лазерная. Что-то первый раз такую вижу. Там у меня корпус был другой, оранжевый. Видимо, изменили интерфейс. И кнопки стали такие... более приятные. Раньше были кнопки такие неудобные, острые края. Телефон тоже синяя коробка. Я думал почему-то, что это телефон. Потому что мне сделали фотографию, я просил, чтобы телефон и кольцо. Вот кольцо. Все положили вместе. Я буду делать подробно и проверять его на качество золота. Оно по цвету отличается, чем у нас принято. Ну, наша 900, это 585, да, там половина меди. Здесь же чистая, 999. Соответственно, это чистый цвет настоящего золота. Я буду проверять, на, есть ли тут действительно все. Ну, я выбирал хороший магазин, все должно быть четко. И тест будут проводить именно такой, где уже как бы
100% результат будет известен. Там уже как бы не поделаешь ничего. Но это пока секрет. Я нашел в интернете интересный способ, как проверить. Так, очередные спортивки. Видите, сколько их много заказали этот раз. Так, это у нас... О! Супер крутой шуруповерт, который с электронным управлением. Все включается, выключается с кнопочек. Вещь вообще классная, зачетная. Я про него уже также делал обзор. Управление вот с кнопок нажимается. Это импульсное. Потом сверление. И кнопка на саморезы. Также он патрон автоматически закручивает, откручивает. Вот. Вообще классная вещь. Вот такая комплектация в кейсе. Другой комплектации нет. Ну, это ящик Works. Кто-то покупал себе. Либо для пилы, либо просто. Такой маленький, компактный. На Алиэкспресс вот такой ящик порядка 2000 с лишним стоит. Я как-то рассказывал об этом, когда делал видео про разницу покупок на Али и на Таобао. Так, это какие-то фонари. Тоже вот этот же человек заказывал, что сантехнику и светильники. Вот такие они симпатичные. Нет, надо, кажется, похоже на алюминий, не пластик. Хотя, хрен его знает. Сейчас так все делают, что защелки, и он узкий такой вот. И здесь уже сразу подключается 220, как я понимаю. Вот он же драйвер стоит, встроен, да. От 85 до 265 вольт. 3000 кельвинов. Сколько здесь? 6 ватт. Здесь несколько вариантов. Он заказывал. Так, что-то еще. А, это мышки мои. Одна почему-то. Я заказывал, покупал себе мышки. А на других коробках может быть. Вот у меня сейчас такая же мышь. Уже я не знаю, сколько ей лет. Наверное, года 4 точно. Все отлично работает. Единственное, сломалась кнопка. И здесь уже все вытерлось от рук. Вот когда работаешь, уже до... Вот эти вот резинки протерлись до пластика. Но мышь вообще шикарная. Заряд аккумулятор, то есть не аккумулятор, это батарейку ставишь, две штуки, держит очень долго, то есть забываешь про это. До этого была другая мышь, беспроводная. Там батарейки, просто не успел менять. Разоришься на батарейке. Плюс здесь подключается, ну, у кого Logitech фирма, у меня и мышка, и клавиатура, и все от одного датчика работает. Вот он, датчик такой, Bluetooth. Подключается, все это настраивается, все от одного датчика, что очень удобно. Не нужно для каждого делать подключение. Они оба беспроводные, что мышь, что клавиатура. Один датчик, и надолго очень хватает батарейки, и очень классно работает. Еще вторая должна быть мышь, я другую модель еще купил, более поновее. Посмотреть, какая лучше будет. Да и в любом случае запасная. Ну, чтобы потом не бегать, не искать. Так, это модуль для шагового двигателя. Блок управления. Он какой-то компактный, маленький. Прикольный. Вон шаговый двигатель стоит. Синяя. А это для него... модуль управления реле. Теперь самое главное настроить его. Надо китайцев мучить потом. Ну, все по-китайски.
Каждая кнопочка прописана, но все написано на китайском. Подключить проблем никаких не вижу. А вот настроить его, чтобы он работал правильно, я вот не знаю как. Я там еще концевики купил. То есть, как они называются, датчики. Ну, когда двигатель проезжает, срабатывает датчик, он останавливается. Тоже должны где-то здесь быть. Так, это вот такой маленький уровень. Тоже много раз его заказывали, лазерный. Так, это походу стекло какое-то защитное. Кто-то заказывал или чехол, не знаю. А, это платы мои приехали. Новые платы. Партия для переделки на литий-ион. Провода. Здесь 30 штук. Каждой этой по 10 штук упаковки. Так, это шуруповерт. Супер, который шуруповерт. Так, тут косяк один. Что китайцы сказали? Отломлен кусок. Там мне еще тогда присылали фотографию, показывали. Ну и вот оно. Сильно я не буду включать, потому что он еще холодный. Ну крутит. Аккумулятор, значит, еще живой. Так, заяц очередной. Так, здесь что-то у нас. Чехол розовый для телефона. Это, походу, сумка какая-то. Да, сумка, вот она, женская, круглая. Вот он, пылесос, от которого эти шланги были в начале. И те запчасти, шланг, что показывал, это вот от него. И продавец прислал, естественно, новый шланг. Потому что он у него есть. Потому что он производитель. А не просто перекупщик. Так, и джинсы. Тут несколько пар джинсов женских. Так. Сковородка приехала моя. Купил очередную сковородку. Я только посуду в Китае покупаю. Уже неоднократно показывал, сколько уже всего покупал. Ну, сковородки чаще всего. Потому что пользуешься каждый день. Похожая есть у меня, только больше размера. Я купил чуть поменьше. Это, кажется, 24 или 26. А та большая, которую я покупал, там 28 вроде бы. Ну, побольше. Что еще здесь мне понравилось? На заклепках сделано. Обычно ручка прикручивается вот отсюда. Ну, кто собирал сковородку, знает, что бывает, что она разборная приезжает, все надо скрутить, вот как ручку здесь. Вот, и со временем болт этот расшатывается, она болтается, начинается ручка. И она пригорает уже, болт, уже не подкрутишь, не подтянешь. А на заклепках, я думаю, будет намного надежней.
Вот такое классное антипригарное покрытие. Даже губку положили китайскую. Ничего китайцы для нас не жалеют. Это термоусадка очередная. Комплект уже сколько раз его заказывали, показывали, рассказывал. Что очень выгодно для покупки. Так, ну это подставка под паяльник, кто-то заказывал. В предыдущей посылке такой же был. Вот он, еще кто-то заказал. А вот он телефон. Наконец-таки я его нашел. Холодный, просто ледяной. Это у нас Xiaomi Note 3, да? Note 3. Ну, прошивку надо будет ставить. Здесь английский есть, вроде бы, язык. Я просил, чтобы сразу язык английский поставили. Вот. И здесь также дополнительное стекло. Вот она комплектация. Зарядная, наушники стандартные. Еще что-то, какие-то бумажки, чехол задний. А тут еще должен быть чехол под него, да. Может быть, из тех коробок, что я доставал, но не вскрывал, там под него, скорее всего. Ну и дополнительную комплектацию брал такие наушники. Еще какие-то кинули копеечные. Huawei написано. Honor. Наушники от Huawei. Но они такие довольно-таки дорогие. Порядка 70 юаней, кажется, 78 они стоят. Это магниты. Вот что я магниты показывал для этого. Снимал видео. Это маленькие кто-то заказал, совсем крохотные. А которые побольше формат, там можно поставить маленький, только не знаю, для чего он купил эти, сюда нельзя эти поставить дополнительные боковые три штуки. И магниты очень хорошо, вот я показывал, когда делал забор, когда можно поставить с помощью магнитов, собрать конструкцию буквально и свалить, и все в одни руки, то есть не нужно никого просить, очень удобно. Это пистолет очередной, постоянно их заказываю сейчас, как я показал его, классная запатентованная технология, тут мимо герметик уже никогда не проскочит и не выдавится. Здесь сделано так, что он его назад втягивает из тубуса. Японский. Так. А, это паяльник комплект. Паяльник, как кто заказывал. Это такая комплектация. Тут много всего. Тут оно в любом случае рассыпается, пока едет. На сайте можно посмотреть комплектацию. Диски. Это вот на пилу 429, 427. Works. Ой, аккумуляторы мы кинули сюда отдельно. Почему здесь они лежат странно? Это я покупал аккумуляторы какие-то новые попробовать.
Ну, у того же продавца, здесь еще будут аккумуляторы для переделки. У того же продавца, только какие-то, смотрю, новые появились. Вот такого формата пальчикового 2А. И емкость у них там хорошая. Ну, посмотрю, насколько их будет хватать. Потом, если что, сделаю обзор про них. Так, это у нас шуруповерт с двумя патронами. Также я про него делал обзор. Вот так вот он выглядит. Маленький, компактный. Сюда ставится, допустим, сверло, сюда бита. И когда надо, просверлили отверстие, перекрутили. Закрутили саморез, дальше перекрутили. Вот. Электронное управление крутящего момента. Вот она внизу. Две скорости также. 1500 максимум. Здесь он крутит. На первой скорости 400, на второй скорости 1500. Тоже его неоднократно уже заказывали. Ну, тем, кто занимается ремонтами, они знают. Также здесь в комплекте есть набор сверл. Сразу вот он. Вот шестигранник. Все. И сверла, и биты. Вот они, шестигранник. Также, я думаю, не проблема. Здесь они у нас сейчас продаются. Не вопрос купить. Так, дальше что у нас? А, это вот кто покупал плиткорез, ребята, они даже видео выкладывали, делали обзор. Дополнительно просили такой вот адаптер. Он запаянный, не могу достать он. Запаянный. Здесь что? Подключается сюда плиткорез, подключается сюда насос. А вот эта вилка в розетку. И во время включения плиткореза включается автоматический насос, чтобы одновременно все работало. Так приходится отдельно включать насос, чтобы вода пошла, потом отдельно включать плиткорез. А здесь все работает через этот вот переходник специальный. Так, это блок питания, не знаю, мне, не мне, потому что я себе покупал блок питания, и там еще должны были прислать, наверное, мне, 4 выхода вижу, мой блок питания, это для шагового двигателя. Так, а это вот ему, да, два датчика и плата управления, вот она, для плиткореза, который с автоматикой. Так, это мини-мойка. Вот она. Это комплектация, ну, стандартная, без дополнительных. Здесь только мойка. Аккумуляторы есть. Ну да, это даже без аккумулятора и зарядного. Вот она какая компактная, маленькая. Обзор уже делал неоднократно про нее. На ютубе есть. Там даже 3 видео, кажется, про мойку. Она даже больше пользуется популярностью, чем инструмент, чем шуруповерты. Потому что шуруповертами не все работают, а машины практически есть у всех. Это тоже паяльники. 2 штуки, что ли, здесь. Не знаю, какая комплектация. Ну, там еще чего-то, какая-то мелочевка. Так, очередная пила. Доставать полностью не буду, уже показывал. 427, 710 ватт. Их несколько было заказано. Еще одна 427.
это 429-я. Еще одна. Видите, соколь пил было заказано. Это может даже еще не все. Там еще дофига инструмента Works в тех коробках. Это я точно знаю. Три штуки. Я покупал. Ну, кто-то заказывал, я еще купил, чтобы были в запасе. Обычно, которые пользуются большим спросом, я покупаю, ну, чтобы были 1-2 в наличии в комплекте. Лобзик, сабельная пила. Также неоднократно уже показывал, рассказывал, как все работает. Все на сайте есть, на ютубе есть. Также сейчас в новых партиях пошли вот эти вот накладки. Это для пластиковая накладка на подошву. Ну, чтобы не царапать, видимо, какие-то покрытия. Вот сюда надевается. 3000 оборотов. Крутит вообще. Вообще шикарно работает. И не помню, один или два будет просто в наличии у меня. Вот таких. Я брал в запас. Вот они, три штуки одинаковых. Это походу пенообразователи. Да. Вот он, пенообразователь. Тоже были заказаны к мойкам дополнительно. А вот мини-мойка, полная комплектация. То есть чемодан. Здесь с аккумуляторами, с дополнительными там аксессуарами. Также неоднократно уже показывал, рассказывал, в каждой практически посылке все это есть. Вот даже тут на фото можно посмотреть, что в комплекте входит. Два аккумулятора, зарядная, шланг 6 метров, насадки, сам ящик, щетка, вот этих, как он, порошок для пены, мочалка, перчатки. Ну, все это в этом ящике. Это вот полная комплектация с ящиком. Это сумка. Одно время мы их перевозили очень много, потому что по одной вообще невыгодно везти. Доставка по Китаю очень дорогая. Самое интересное, что такие сумки были только у одного продавца. То есть они их сами шили и держали. Стоит она не очень дорого, но доставка дорого. И мы как-то покупали там партию по 20, по 40 штукам, черные и красные. Она такая маленькая, компактная. Чисто там спортзал, что-то положить. На природу или еще куда-то. А это мне походу под кресло, что я кресло купил. Такое ощущение, что оно анатомическое. То есть вот я нажимаю, да, она потом обратно возвращается в форму. Не похоже, чтобы там поролон был или синтепон. Прикольно. А, вот мои датчики. Я покупал отдельно. Это сверчок. Насадка на дрель, на шуруповерт для резки металла. Я как-то про него делал обзор. Штука вообще классная. Вот видите, теперь поставка такой вот. То было в кейсе, такой в коробке. А теперь вот в блистерной упаковке. Вот такая вот изменяется комплектация. И упаковка изменилась. Это сверла, сразу вижу, которые ступенчатые. Они вообще классные, стоят недорого. У нас такое сверло порядка 1500-2000. Не, даже 3 я видел. Написано Makita, что-то такое. А сверло вообще зачетное, тоже про них делал обзор. Ну, еще один датчик. Не помню, сколько я их брал. Засунули еще один
на 6 ампер аккумулятор. Так. Ну, это для зачистки изоляции. Я про них тоже делал обзор. Себе покупал уже, наверное, больше года назад. Кабелерез. И для защитки изоляции проводов. Такие клещи. Классно делает все. Мне уже, сука, всю проводку сделали ими. Кабелерез вообще четкий. 16 квадратов, как вот по маслу режет. Вот еще один чехол, видимо, к телефону. Я потому что несколько брал, чтобы они были всегда в запасе. Это провод, если я покупал. Это другой еще провод. Для под микрофон, удлинитель как бы. Тут еще должен быть микрофон хороший такой. Я специально покупал, чтобы качество звука было лучше. Когда, ну, снимать, ну, не вплотную, где-нибудь на улице, чтобы ветер не задувал. Ну, еще один чехол, тоже для телефона. Так, это, походу, аккумуляторы мои. Вот они. Здесь будет Sony 300 емкость. Вот они. C6. Самые высокотоковые и емкие на данный момент для инструмента переделки. Еще какие-то. Ну и эти Samsung тоже 3-амперные. QT30Q модель Samsung. Я решил, что 2,5, в принципе, уже не актуально. Надо брать и идти дальше. Потому что 3 ампера все равно лучше. Это кто-то заказывал такие вот щетки разного диаметра. Они там вообще копейки стоят. Так, это если я покупал для бритвы. У меня бритва Panasonic, лезвие, дополнительная решетка. Японские. Конечно, дорогое удовольствие. Ну вот сколько у меня бритва, уже, наверное, лет 5. Я ни разу не менял. И, ну, думаю, надо купить, пока, ну, как бы, модели уже старые, да, бритвы. Но она до сих пор актуальна, все четко. Но я прекрасно понимаю, что со временем, как бы, новые модели вытесняют. И, соответственно, лезвия такие не найдешь. И действительно, пошел в магазин, где я покупал ту бритву. И приценится лезвие. Нету ничего. Даже под заказ нету. Пришлось искать в Китае. Потому что, ну, лезвие затупится окончательно, да? Где брать? Негде. Соответственно, придется покупать новую бритву. А новая бритва стоит довольно-таки дорого. Так, вот там блок питания. Еще один. Это, наверное, может к этому. Или мой, не знаю. Блин, надо смотреть, где чей блок питания. Потому что я и себе покупал блок питания для шагового двигателя. И к этому присылали. Ну, к плиткорезу. Так, это часы. Я уже по марке вижу. Я как-то один время выложил их. Вообще классные часы. Вот они. На сайте большой выбор я добавлял. То есть моделей очень много. И по цвету, и по функциям. И фирма хорошая. А, вот он, микрофон. Аудиотехника. Тоже. Вот он, какой классный, компактный. Ну, кто занимается, что знает, что аудиотехника, насколько я посмотрел, очень
шикарная фирма. Угол меняется. Можно по 90 градусов поставить, да? Я почему его купил? Вот у меня есть камера Action Sony. Я брал ее на отдых. И столкнулся с такой проблемой, что когда вот снимаешь видео, что-то красивое показываешь, рассказываешь, а в итоге ветер, если, а тем более если сильный ветер, то вообще ничего не слышно и задувает, абсолютно полностью задувает звук, то есть ну, ничего не слышно. И я это обнаружил только уже по приезду, не знал этого. Соответственно, вот такие вот микрофоны, либо петлички, либо выносные, но там есть возможность подключить именно микрофон в саму камеру и записывать звук через микрофон. Соответственно, там вот это вот поролончик, который это для подавления шумов и вот этого ветра. Это, наверное, чехлы дополнительные, не чехлы, стекла. Так, вот она, вторая мышка. Где вторая мышка? Та модель была 510, это 560. Вот так она выглядит. Ну и посмотрю, по размеру вроде бы они одинаковые, чтобы удобно было. Здесь тоже дополнительные кнопки есть. Посмотрю, какая поудобней. Ну вот теперь можно лет на 10 забыть про мышки. Это эти зарядные устройства для переделки, для литий-ион. Да, это вот вся коробка, это все зарядное устройство. Это 12,6 вольт. Еще одни джинсы. Лезвие. Тут реноватор был заказан, но реноватор был заказан не аккумуляторный, а сетевой. Довольно-таки тяжелый, блин. О, смотрите какой. Очень тяжелый. Килограмм, наверное, 1,5-2 весит. Так, у нас здесь 250 ватт. 20 тысяч вибраций в минуту. От 11 до 20 тысяч. Но здесь регулировка, наверное, есть. Вот она, регулировка. Вот. Ну, включение-выключение, соответственно. Здесь, да, болтом откручивается. Если на аккумуляторной все очень просто, сверху ручка такая специально откидная, открутил, даже не надо ключ доставать, ничего. Вставил лезвие, закрутил. Здесь, видите, надо ключом открутить, вставить лезвие, а потом закрутить. Ну, дополнительно тут вот они, лезвие, ключ сам, что было в комплектации. Ну и вилка, естественно, китайская. А то мне постоянно говорят, вот вилка, что делать с вилкой? Ничего не делать, отрезать, поставить нашу, все. Пора бы уже привыкнуть, что все, что покупается в Китае, там свои вилки. Свои какие-то посадочные места. И все это именно покупается, подгоняется как какой-то конкретный инструмент. Так, и что еще из обуви? И сюда еще диск запихнули. Так, это у нас спортивки еще одни. Так. Достанем шаговый двигатель, посмотрим. Мне его делали на заказ. Я там уже нервничал. Обещали, обещали. Естественно, бывает такое, что ну, нет наличия товаров, либо делается все это под заказ конкретно. Поступил заказ, сделали. А не так, что понаделают, а потом он лежит.
Потому что у каждого клиента, у каждого покупателя свои потребности, так скажем, свои запросы. Вот. Мне нужен был вот на метр. Я на метр и заказал. И потом, когда долго не отправляли, а тем более там праздники ж начинались, я все боялся, что он не успеет приехать. Я уже делал возврат. Те нет. Давай. Вот, уже все, все. Уже все сделали. Фотографию прислал. Говорю, это не мой же. Мне прислали чужую фотографию, чтобы я отменил этот возврат, чтобы подождал еще чуть-чуть. Вот эти штуки до чего-то тут ходят. Короче, вот он. Длинный какой мотор сам. Эта часть крутится, наверное. Да. И буду делать, как я уже как-то упоминал. Может, еще снизу. Наверное, что-то крепить дополнительно, я так думаю, да? Ну, сверху я закреплю плиткорез, чтобы плиткорез подключить. Буду делать плиткорез с автоматикой. Ох, олени. Это, короче, аппарат для точечной сварки. Они его вверх ногами засунули. Вот видите, приходится все разбирать и смотреть каждую коробку. Вот аппарат точечной сварки, который делал обзор, который я работаю сам. Концы к ней. Ну, это под этот самый. Ну, под аккумулятор ставить. Это педалька. А это, походу, предохранители. Даже стали сейчас ложить этот, надфиль, чтобы затачивать электроды. Так, вот это меня еще смущает. Коробка раздавленная, блин. Я еще когда грузили сейчас машину, обратил внимание, что она лежала внизу, а сверху над ней целая груда коробок. И что тут, не знаю. Это, походу, мой пуховик, что ли. Вот. Еще диски. Без рукавки. Тоже постоянно их заказывают. Перфоратор. Это комплектация без аккумулятора зарядного. Просто сам перфоратор тоже неоднократно показывал, рассказывал про него. Такой маленький, компактный. Ну да, это мой пуховик, похоже. Я себе... Ну вот, я не знаю. Вроде как и нормально, вроде как и маловато. Хотя брал уже 4XA. Предыдущую куртку покупал себе тоже 4XA. Она у меня вообще отлично. Видите, как бывает. Ну, это как-то вплотную, блин. На футболку. Если что-то еще поддеть. Так. Карманы только вот с одной стороны. Так-то вроде ничего. По длине нормально. Рукава тоже нормально. Здесь на резинке. Так, осталось чуть-чуть. Так, это тоже сантехника. Это вентиляторы какие-то. Я так и не понял, для чего. Какие-то небольшие, встраиваемые. И... То есть, наружу, как он мне говорил, то ли 9 миллиметров выпирает. Я так и не понял.
полностью разбирать я их не буду, они заклеены. Но это вентиляция, в общем. Обратный клапан. Ну, не обратный, точнее клапан, а обычный, чтобы воздух не подсасывало. Ну и эти гофра. А, это светильники. Тоже их не буду доставать. Они такие своеобразные. Тут все упаковано. Классно. Ну, кому интересно, они на сайте есть. Там ангелочки такие сидят. Там еще подсветка такая разная. Можно выбрать, чтобы они светились по-разному. Интересные такие, кстати, светильники. Так, это у нас Лобзик, сабельная пила. Полная комплектация. Вот как она выглядит в кейсе. Вот она. Два аккумулятора. Здесь кнопку можно в эту сторону нажать, в эту сторону нажать, без разницы, кому как удобно. И он работает. Все четко. Ну, это мойки. Три штуки. Вот они. Works. Эта комплектация, я не помню, кажется, с аккумулятором или без. Ну, не важно. Суть в том, что они приехали. Три одинаковых. Так, ну это этот. Стойка для лазерного нивелира, новая, которая обновленная версия. Я про нее подробно делал обзор, которая собирается из нескольких колен полностью. Алюминиевая. Вот это она. Но заказана была без этого. Ну, без штатива. Значит, штатив человеку не нужен. А это еще один триммер. Вот он. Комплектация стандартная. Газонокосилка. Все по-разному. Триммер, газонокосилка. Кому как нравится. Три в одном. Так, ну это вот сам механизм. Вот он. Железные ноги. Кто будет покупать, никогда не берите алюминиевые ножки, либо пластиковые. Все это хрень. Пластиковые сломаются сразу. Я на свой брал алюминиевые. Они у меня разъехались буквально через неделю, наверное, использования. Всегда берите металлические. Вот те у меня металлические уже, наверное, не знаю сколько лет. Что старое кресло уже давно этому китайскому, который сейчас, которое вот это приехал на замену ему 2 года. И то у меня было несколько лет. И ножки до сих пор, и вообще ничего не делается. Они только облезли и все. А вот здесь смотрите, как сделано классно. Если на тех у меня здесь как бы прорезь, ну то есть только вот часть и вот часть, а здесь пустота, то здесь они сделаны сплошные. Видите? Полностью нет никаких, чтобы согнуть или вывернуть ее, это нужно постараться, серьезно. Поэтому, кто будет покупать, неважно, где вы будете покупать, здесь, либо в Китае. Потому что у меня многие спрашивали про то кресло. Алюминиевые, пластиковые вообще никогда даже не рассматривайте, берите всегда железные. Вот сама сидушка.
полностью каркас, полностью чисто цельнометаллический. Здесь душка, ткань такая, какая-то новая, они сказали, она более эластичная. Все металл, везде металл, видите, нигде никакого пластика. Здесь толщина, наверное, 8 мм железа. Хрен, когда его сломаешь. У меня на том сломалось, знаете, что вывалилось. Здесь как-то по-другому сделано. Короче, вот эта вот часть со временем, она просто выскочила. Но здесь вроде нормально все провалено. И металл толстый. Самое главное, что вы смотрите, толстый металл. И смазка. Вон, все, вот, руки в масле. Все смазано как надо. И металл очень толстый. Вот. Никакой там жестянки, ничего такого подобного нет. Здесь, наверное, 2,5 мм или если не 3. Металл толстый. Вот это меня очень радует. Я долго смотрел, тоже искал. Потому что в Китае можно купить и барахло за бешеные бабки, и качественный товар за приемлемые деньги. Так, вот она сама сидушка, она анатомическая. Вот боковина, чтобы понимали, не просто ровно, а вот сделано под подголовник, под спину. Вот такая вот у нее конструкция. О, сейчас поставлю. Вот. Все цельнометаллическое. Нет никакого пластика нигде. То есть по факту это кресло, можно сказать, вечное. Единственное, что да, механизм может со временем там плохо работать. А вот эти уже никогда не сломаются. Единственное, что я не вижу подлокотники. Или там внизу. Сейчас все остальное достану. Даже перчатки положили, чтобы работать в перчатках, собирать, не выпачкаться. Вообще, такого у нас даже поблизи, даже близко ничего не видел. Посмотрите, какой толстый металл. Вообще, вообще зачетное кресло. Просто я под впечатлением. Просто четко. Вот она, как выглядит этот подлокотник. А тот подлокотник, он как бы был совмещен с откидным, ну, самим, со спинкой с откидной. И постоянно, когда откидываешь туда-сюда, он раскручивался, постоянно болтался. Я его все время закручивал. Здесь же они стоят мертво, и они не регулируются. Они, в принципе, не нужны, чтобы регулировались подлокотники. Регулируется, допустим, спинка. Больше опустил, меньше. Так, походу набор комплектующих, болтов, колеса, да, вот они колеса, все болты, мало того, еще и ключ, а болты все вообще четкие, наверное, на 8, да, на 8, плюс тут еще фиксатор резьбы, блин. И кто еще скажет, что в Китае делают говно? Ну, это самое, это, ну, знаете, да, сидушка регулируется по высоте будет. Вот
Вот это я 100% могу рекомендовать. Потому что то, когда вы меня спрашивали, ну, я понимал, что оно не очень качественное. А рекомендовать говно, я как бы не в моих правилах. Вот так вот она выглядит будет. Ну, я, наверное, добавлю фото. Если кому интересно, я могу добавить на сайт. Но сразу скажу, что она стоит будет порядочно. И вот такая цена в Китае около 10 тысяч без доставки. Так, ну, в принципе, и все. Там больше ничего нету. Сейчас пойду его собирать. Потому что на том я уже не могу сидеть. Сижу на обычном стульчике. Вроде бы все приехал, но одного я не вижу чего-то. Буду сейчас перебирать, смотреть. Должен быть еще был один аккумулятор. Может, его опять забыли положить. Он всего один был. В принципе, видите, сколько всего интересного. И сколько времени уходит, чтобы все это разобрать и показать. А то только некоторые пишут, что о, долго, муторно. Ну, не смотрите, ребят. Это не та... Не то барахло, которое покупается на Алиэкспресс там за копейки и делается обзор. О, вот у меня посылка приехала крутая. Какой-нибудь там пинцет или какое-нибудь там лезвие. Что в этом интересного? Вот это вот интересно, я вам показал. От и до. Столько всего, чего я даже сам еще не видел. И как все это выглядит, в каком это качестве. Особенно кресло вообще четкое. Кресло это, наверное, самое крутое, что есть из этой посылки. Будут вопросы, спрашивайте. Если какие-то товары понравились, пишите в комментариях, добавлю на сайт, чтобы можно было заказать. Ну вот и все, до новых встреч.